Пиратов Василий Иванович родился в 24-м году в Ленинградской области. В начале войны добровольцем ушел в ленинградское ополчение. В 42-м окончил курсы младших лейтенантов. Участвовал в обороне и в прорыве блокады Ленинграда, освобождал Прибалтику, участвовал в уничтожении курляндской группировки. Василий Иванович, что это был за день, 22 июня 41-го года? Что вы собирались, может быть, помните, что собирались делать в этот день? Какие ваши планы война нарушила? 22 июня – это воскресенье, выходной день. Я учился в авиационном техникуме. Сдавал экзаменационную сессию. А вот это сообщение о том, что немцы напали на нас? Сообщение меня застало непосредственно в поликлинике. Интересно то, что я, значит, перед этим у меня страшно болела и вспухла рука, так как я сначала занимался на турнике, а потом тяжелой атлетикой, и у меня получился подкожный нарыв. И вот в таком состоянии, в состоянии распухшей руки, я был в поликлинике и услышал по радио выступление Молотова о начале войны. На следующее утро состоялся митинг студентов, на котором было объявлено о том, что вот так и так развиваются события и так далее. Кто желает подать заявление о вступлении в народное ополчение. 135 студентов авиационного техникума тут же стали в очередь и стали писать заявление и записываться в ряды народного ополчения. Сборный пункт был в школе недалеко от Ленинградского мясокомбината. Там проходило наше обмундирование 13 июля. Нас построили, и мы поняли о том, что нас отправляют именно на полигон для учебы. Поместили в эшелон. Мы увидели тогда артиллерийские орудия, погруженные на площадку. И считали, что мы едем в Лугу. И вдруг рассвет, это было 14 числа, рассвет. Наблюдаем, немецкие самолеты с крестами бомбят, а котлы, есть такое местечко здесь под Ленинградом, там был военный аэродром, горят. Горит, страшно горит деревня и населенные пункты. Мы поняли из вагонов, поняли о том, что мы едем не на полигон, а едем на фронт. А вам оружие-то выдали какое-нибудь? Нам, как артиллеристам, выдали одну винтовку на двоих. Вся проблема народного ополчения заключалось в том, что люди были, людей желающих было страшно много, а вооружения не хватало. Достаточно сказать, что вот мы, в частности, мне пришлось первые дни вести боевые действия с 76-миллиметровой пушкой 2-30 образца 2-30 года. Это орудие, которое, вот, может быть, вы видели, оно сейчас стоит около артиллерийской академии на больших таких деревянных колесах с лафетом, с ручкой, и которая должна была каждый раз наводиться в соответствии направления на цель. А хоть инструкции-то какие-нибудь были у вас там письменные о том, если как стрелять из пушки? Если бы только это было, если бы были даже хотя бы кадровые офицеры, то это было проще, но этого не было. Вот почему страшно большие потери несли ополченцы
и особенно в первых боях. Потому что не за счет какого-то оружия, не за счет мастерства ведения боя, а за счет массовости человеческими телами решали проблему. Потом подослали танковый батальон, потом подошел батальон морской пехоты, потом стало легче и проще. И в течение, начиная с 14 июля 41 года и до 8 августа, это значит где-то 23-25 дней, 2-я дивизия народного ополчения Московского района нашего города, она сдерживала натиск, ну, конечно, с другими частями совместно, непосредственно на Лужском оборонительном рубеже. А немцев за реку удалось отбросить? Нет, не удалось. Село Среднее отбили. Попытка столкнуть их с правого берега реки, неоднократные попытки, не увенчались успехом. И потом они, используя этот плацдарм, и 8 августа и начали наступление, второе как бы наступление непосредственно на Ленинград. А мы отступали, конечно, отступали. Последовательно от рубежа к рубежу, Копорья, Котлы, Гостилицы, потом Оренбаум, вот Оренбаумский плацдарм, там непосредственно Петергоф. Вот в 41 году я непосредственно, как командир орудия, выполнял задачи стрельбой прямой наводкой непосредственно по Петергофу. По старому Петергофу, потому что старый Петергоф захватили немцы. И вот там я, в частности, когда обнаружили мое орудие и немецкий танк своим выстрелом, трех человек у меня ранил в расчете, я повез их в в санитарную часть полка Мартышкина. И вот там я впервые встретил, потом, в последующем, мою супругу, с которой я прожил вот уже 57 лет. Она пошла непосредственно, как дочь полка, была направлена сначала в госпиталь, потом в медико-санитарную роту, потом она пошла в артиллерийскую батарею, в артиллерийский полк. Угу. Почему? Потому что штаб полка стоял непосредственно в их доме, там, угу, в Мартышкино. Ей способствовали тому, чтобы... Значит, она была в артиллерийской батарее. И все в 42-м году, когда я пришел с курсом младших лейтенантов, я был солдатом 41-42 год, до июня месяца. А в сентябре 42-го года я пришел с курсом младших лейтенантов. И надо было так случиться, что именно эта девчушка, оказалась стан инструктором на этой батарее. А вы когда поженились, Василий Иванович? Так вот, ну, начиная с 43-го года. То есть на фронте прям? Да, на фронте. У нас дочка родилась уже в 45-м году. Угу. Зарегистрировались непосредственно в 47-м, уже после войны. А, зарегистрировались после 47-го? Да. А вот свадьба была? Никакой свадьбы. Ну, когда там, какая там свадьба? Никакой свадьбы. В полку все знали. Причем, что очень по-человечески приятно, то, что командование дивизиона, полка не препятствовало тому, чтобы такие вот чисто человеческие, дружеские взаимоотношения, в том числе и между молодыми людьми, каким был я, как офицер, 18-19 лет, и моей же супругой, которая на 2 года младше, они развивались, сохранялись и укреплялись, я бы так сказал. А не страшно было вступать в такие отношения? В любой момент вас могли убить, ее могли убить.
Нет, мы об этом не думали. На фронте как сказывалась эта блокада, которая здесь была? Солдат кормили... Как? Какой был паёк у солдата? Конечно, когда говорят о том, что школьнику или там служащему давали 125 грамм, 125 грамм хлеба, то меньше, чем 400 грамм солдат или офицер не получали. Но сказать о том, что этого было достаточно, это совершенно. Я, например, сам лично видел, вот это было в декабре 41 года, когда группа солдат шла по дороге, а это скользкая дорога уже, это декабрь месяц, держались друг за друга, держались, чтобы не упасть, исхудалые, истощенные. Но они шли на фронт для того, чтобы хотя бы там получить второй кусок этого хлеба или сухаря, которого, конечно, было явно недостаточно, чтобы выполнять свои солдатские обязанности. Но они шли для того, чтобы не только ради выполнения воинского долга, а и ради сохранения жизни. Вот насколько было трудно. Я был дистрофиком, самым настоящим дистрофиком. У меня ведь за декабрь, январь месяц 41-42 года 10 тысяч умерло, только солдат военнослужащих умерло от голода. Даже не погибли. Да, даже не... Нет, это только от голода. И умирали прежде всего те... Вот у меня в расчете, в батарее. Угу. Умирали только те, кто до войны, перед войной, был в более-менее... жил в достатке. Угу. Тот же, кто привык вот к недоеданию, к тяжелым условиям жизни, он как-то больше приспосабливался к тем трудным условиям, он больше сохранял свою жизнь, нежели те, кто жил в достатке. И вот, в частности, борьба была, очень серьезная борьба, когда получали вот этот, допустим, суп, угу. Ну, там две клёцки, вода и так далее. Так вот, обязательно, чтобы желудок был полный, обязательно растапливали снег, добавляли в этот котелок воды, лишь бы наполнить желудок. А это было как раз не нужно. И тот, кто этого не делал, тот сохранялся. И как долго вы стояли на этом рубеже? Здесь всю блокаду. 42-й, 43-й. И непосредственно участвовал и в прорыве блокады Ленинграда. Угу. Непосредственно участвовал и в полном освобождении Ленинграда от блокады. То есть это, значит, начало 43-й, а потом 44-й год. На различных участках и под Лигово, и под Пулково, и под Колпино, Пушкин, и Усть-Тосно приходилось. Почему? Потому что артиллерийский полк перебрасывали с одного участка на другой. Решать задачу на другой участок. А на чем перебрасывали? Перебрасывали. Каждое орудие имело свой тягач. Mm. Батарея имела средство тяги. Но я вот могу сказать такой интересный пример, когда январь 42-го года. В батарее должно было 4 быть орудия. Но 4 тягача. 4 орудия, 4 тягача. Мы переезжали из района Ивановская, это Тосно, под Пулково, непосредственно под Пулково. Угу. Проехали город, и бензин закончился.
закончился бензин. Это тяжелейшее время. 12 километров. 12 километров в январе 42-го года. Истощенные. Дистрофики. Самые настоящие дистрофики. Тащили орудия на сами. На лямках. Кто-то, допустим, я как командир орудия, ложился на ствол. Кто-то, значит, за лафет. И так 12 километров тащили на огневую позицию, на своим расчетом. Было и такое. Почему? Потому что тогда еще нефтепровод по Ладожскому озеру не был проложен. И горючего не было в городе. Не было в том числе и в войсках. Поэтому большинство, в том числе и орудий, они располагались на тех огневых позициях, которые заняли еще в период конца 41-го года. И всякие вот такие маневры, перемещения и так далее, они стали возможными только после того, когда в город по нефтепроводу стало поступать горючее. Но это был уже 42-43 год. И вот 43-й год. В январь, 12 января 43-го года. Опять-таки я офицер. Опять-таки я командир батареи. И батарея непосредственно участвует в прорыве ведения огня. Это были тяжелейшие условия. Но моя степень участия в этом, она заключалась только лишь в том, что я, как офицер, выполнял те обязанности старшего офицера на батарее, которые нужно было решать задачи огневого поражения противника. Я непосредственно не бежал через Неву, не форсировал, не вскарабкивался на крутой берег, левый берег Невы, 12-15 метров. Которые немцы превратили в ледяную горку. И для того, чтобы забраться на него, надо были специальные лестницы, такие приспособления и так далее. А приготовили их, да? Это все было сделано, все это приготовлено. Это была колоссальная подготовительная работа. Для того, чтобы пройти и перебежать через Неву, а в этом участке Нева 500-800 метров ширина, нужно было подготовить настилы для того, чтобы переправить танки и так далее, и так далее. Все это было подготовлено, и все это было сделано. И очень успешно и удачно было осуществлено форсирование. Но я как командир, я офицер, я видел бегущих солдат. Немцы понимали и знали о том, что насколько важен этот участок обороны, и сделали все для того, чтобы настолько создать сильную оборону. Они даже не могли себе представить, что эта оборона может быть прорвана, что эта блокада может быть ликвидирована. Все немецкое командование, высшее командование заверяло, что этого никогда не произойдет. И когда это произошло, то Гитлер же в течение 3 месяцев не объявлял об этом, и мир не знал об этом, он скрывал это дело. И он потребовал во что бы то ни стало восстановить эту блокаду. И после вот этого прорыва, после 18 января 43-го года, и в течение всего 43-го года развернулись страшно тяжелые бои. Почему? Потому что Говоров, как командующий войсками фронта, требовал во что бы то ни стало расширить этот прорыв. Потому что 10 километров проложили железную дорогу, шоссейную дорогу, пошли поезда, стало поступать продовольствие в город, а немцы, находясь на Синявинских высотах, видели все это, как идут поезда и так далее, и обстреливали. Горели поезда, взрывались вагоны с боеприпасами, с продовольствием и так далее. И надо было расширить этот прорыв. Угу. Это требовал командующий, и это требовала обстановка. А немцы наоборот требовали. Гитлер требовал.
во что бы то ни стало восстановить блокаду. И вот такая весь этот 43-й год вот таким образом продолжался. До того, когда в январе 44-го года не было проведено полное освобождение Ленинграда. Я командир батареи и был назначен для поддержки роты штрафников. Угу. Слышали такое? Да, конечно. Роты штрафников. А роты штрафники – это офицеры. И что интересно, это были прежде всего эти моряки. И вот, значит, атака. Ну, там произвели огневой налет. Постреляли. Эти моряки снимают свои, ну, штрафники, там не только моряки были, и сухопутчики, и так далее, снимают свои бушлаты. В большинство в этих тельняшках автомат наперевес и вперед. А немцы, надо прямо сказать, немцы боялись моряков. Они страшились моряков. Почему? Они их называли «черная смерть». И когда они увидели о том, что в этих тельняшках развернулась цепь и автоматный огонь и так далее, они бросили свои окопы и бежать. Вот так 8-го произошло. Это было 8 мая 45-го года, а 9 мая началась массовая сдача немцев. Уже 8 мая, когда мы подошли там к оврагу, немцы какое-то затишье и так далее. Командир батальона говорит: давайте накормим людей, а потом начнем атаковать. А ты, командир батареи, пристреляй вот этот райончик для того, чтобы сюда огоньку поддашь, и мы начнем атаковать эту немецкую траншею. А мы пойдем, говорит, пообедаем. Пошли мы с командиром батальона пообедать. Прибегает разведчик, говорит: товарищ старший лейтенант, немцы белые флаги выбросили. Вот здорово. А там овраг такой глубокий, если бы на него атаковать, там жертвы были сумасшедшие. И вот так. Тогда, когда флаги, эти белые флаги подняли, сразу же, значит, пошли несколько человек туда, перешли этот овраг в траншею, поняли о том, что немцы уже не те немцы, что немцы уже не стреляют и не уничтожают и так далее, то тогда вся эта ватага наша, ватага, в том числе и штрафники, перешли на ту сторону, и началось самое настоящее братание. Братание. Почему? Потому что немцы, это Нахаус, Гитлер капут, значит, эту винтовку со штыком в землю и так далее. Но у них, у нас там и не было, а у них они сразу, значит, со своих фляжек, значит, наливать по 100 грамм, выпили. И короче говоря, та вражда, та ненависть, которая была присуща и немцам, и одним, и другим, она как-то быстро прошла. Понимаете? Настолько надоело эти военные, тяжелейшие условия жизни и тем, и другим. И когда было объявлено о капитуляции, то радость была присуща не только нам, но не в меньшей степени и им. И так это.